мы придаем данному визиту абсолютно важное значение. Последний визит государственного секретаря США в Беларусь проходил 26 лет назад, более чем четверть века. Нынешний визит является наглядным свидетельством интенсификации белорусско-американского взаимодействия. Визит, как мы полагаем, призван придать значимый импульс процессу поступательной нормализации наших двусторонних отношений. Беседа с президентом Республики Беларусь прошла в атмосфере абсолютного доверия и взаимопонимания. Был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений. Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются. Отмечена политическая воля сторон и далее развивать двусторонние отношения. Этому будет способствовать возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва. Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости Беларуси, которую высказывают Соединенные Штаты. Отмечен значительный и пока недоиспользованный потенциал двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества. Мы обсудили механизмы и направления, как и где это могло бы произойти. Акцент сделан также на взаимодействии по линии правоохранительных органов двух государств. Стороны подтвердили намерение продолжать диалог по вопросам региональной и международной безопасности. Состоялся, в частности, обмен мнениями о ситуации в регионе и о перспективах взаимодействия Беларуси с блоком НАТО. Отмечено намерение Беларуси приложить усилия по сохранению мира и безопасности на континенте. Хочу особо поблагодарить наших американских партнеров за открытость и конструктивный характер диалога.